Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Хитрук Елена. Сегодня у нас будет тема кролики. Также поздравляю с праздником весны. Сегодня у нас Евдоха, то есть она уже была вчера. Сегодня 15 марта. И кто есть постоянным зрителем на YouTube-канале Хитручкин двор, наблюдаем у моих кроликов, уже знают, что у Лены рождаются крольчата на праздники, будь то церковные, будь то не церковные. Сейчас побачим, что у нас там махонький есть. Включила вспышку, потому что без освещения я тут не разберусь. Мама наша Миша, а папа белый панон принц. Наш белый принц. Все-таки ты нам привела крольча. Крольчата 1,5 суток. 1,5 суток. Ой, какие интересненькие. С полосочками такими на лобику. Прям такие интересненькими. Прям такие интересненькими. Если кто является новым зрителем, я напомню, что Миша наша, она от мамки строкачихи, папа в ней французский баран. Маму можете подивитися в плейлистах, есть, на Рождество родила вона мені крольчат, 12 штук, или 14, я уже не помню, по-моему 14. Скільки ж вона сьогодні прибула? Такі маленькі, беленькі есть, ой, есть беленькі, ай, на папку похожі. Ай, панончики наші, а тепленько у них тут. А як у вас тут тепленько? Ну, скільки раз тут. Запутались тут в пуху. Ух, такий прямо пуховий платок. Ці щось такі запутались в пуху. Ой, такі інтересненькі. Ті мамочки такі інтересненькі. Ой, навіть 3 штучки такі з полосочками на головці. Клас. Ті прямо як сіботятка. Ти прямо як сіботятка. Так, хочу їх посчитати. Так, 4 отаких от больших білих. Вони прям такі от крупноваті. І теж один біленький був в гнізді, отак рядышком лежав. Ну, він був такий, знаєте, в конвульсіях. Возможно, навіть і останній. Ну, крупний, біленький був крючок. Зараз ще посчитаю, там поки що на головці полосаті. Мені кажуть, що їх там 3 штучки. А остальные совсем серенькие. Все, куда же будем бежать? 4 белых. Ну, вот эти вот бели, шипоночки, они крупноваты, но они вот темные. Вот, бачите, есть такие с полосочками интересненькие. Такие интересные, какие же вообще общее количество этих крольчат. Пересчитываю из этих маленьких, получается вот таких темных, что на маму похожих, 11 штук. 11, а вот эти вот панончики, их 4. И общее количество 15 штук. Что мне опять с ними делать? Миша, ты меня опять толкаешь на преступление.